теплую погоду особым спросом у населения пользуются летние кафе. В прошлом году в Одинцовском округе функционировали почти 100 открытых веранд. Несмотря на популярность таких мест отдыха, открытие сезонных точек для предпринимателей было непростой задачей. Предприниматели на бумажном носителе подавали в администрацию заявление на выдачу свидетельства о праве размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания. Выдача свидетельства осуществлялась в течение 30 дней, что, безусловно, составляет длительный срок предоставления места, бумажный документооборот, который необходимо устранить, и отсутствие единого электронного сервиса. В этом году планируется кардинально поменять подход к услуге и упростить для бизнеса получение разрешения на размещение летних веранд. Управление развития потребительского рынка и услуг совместно с представителями бизнеса уже разрабатывают возможные места для обустройства сезонных кафе. Будет утвержден новый регламент предоставления услуги, схема размещения мест летних веранд, который сейчас вносится в систему, новый порядок размещения сезонных летних кафе, методика определения размера платы по договору на право размещения летних кафе и требования к внешнему виду. Подача документов и подписание договора теперь можно будет осуществить через портал mosrec.ru, а срок предоставления места сократится до нескольких часов. Все данные станут отображаться на портале в личном кабинете каждого заявителя. Андрей Иванов обратил внимание на важность информирования предпринимателей о данных изменениях. Мы заинтересованы в том, чтобы наших летних веранд было как можно больше. Это, в первую очередь, комфорт для наших жителей. Обязательно выходите на наш медийный блог, передайте всю информацию. Алгоритм новый, надо все подробно объяснить. До 20 марта проведут все подготовительные процедуры, утвердят единый перечень мест, внесут их в информационную систему, примут нормативно-правовой акт, а с 1 апреля запустят электронную услугу для предпринимателей. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».